Привет, мы продолжаем проходить Condemned. Остановились мы на том, что отправились на поезде метро в район Барнсайд. Там, по-моему, какой-то универмаг. Туда ведут следы матчмейкера, то есть маньяка, за которым мы охотимся. И смотрим заставку. Did not snap. Someone else killed those policemen. It looks like it might have been the matchmaker. With your gun? That seems unlikely, doesn't it? We have psychiatric staff that can help you sort things out. With all due respect, I don't need a shrink. Что за хер сзади такой? Да, нашего персонажа опять накрыло. Что-то у него с головой явно не то. А мы тем временем прибыли в этот самый универмаг. Yes, I mean, no. What do you want from me, Malcolm? What's going on? Going on? You're being investigated by the FBI for the murder of two police officers. That's what's going on. You will be tested, Thomas. Of that you can be sure. I must go. Короче, положение у нас не из лучших. Заброшенный универмаг, непонятно, как мы в него попали. Похоже, вот в эту дырку просочились. И тут кругом манекены. Я ненавижу манекенов. Но нам, тем не менее, нужно что-то найти, чтобы отмахиться от психов, которых, судя по сообщениям нашей подружки из ФБР, тут дохренища. Так, потише нельзя было. Уже, наверное, вся округа услышала. Так, ну и что, идем? Ищем следы маньяка-матчмейкера. Не знаю точно, как это переводится. Вообще, дословный перевод. Создатель совпадений. Возможно, что-то в этом есть. Так, ну и идем дальше. Будем надеяться, эти манекены нам не будут угрожать. Там что-то я слышу, копошение какое-то. У меня, судя по всему, какая-то алюминиевая труба, то есть не внушает. Очень тут темно как-то. Очередная птичка. Невеличка. И манекены. Там что, кто-то бегал сзади, что ли? Ну вот, не хватало еще. Вообще, мне напоминает это, конечно, универмаг. Такой же универмаг из Left 4 Dead 2. Там тоже так же шарахаешься в темноте. Но сейчас, видимо, мне надо куда-то наверх идти, не знаю. В принципе, кругом разруха страшная. Поэтому давайте пойдем, куда глаза глядят. Куда-нибудь точно попадем. Так, нам, похоже, вот так обойти надо. И снизу опять слышны шевеления. А нет, сверху. Что это было? Блин, вокруг меня кто-то бегает. Уходи, надпись. Да я бы с радостью. Только идти мне некуда. Кто это? Кто это такой? Ладно, пусть я ходит, как говорится. Я не буду его беспокоить, он какой-то стрёмный. И, судя по всему, он был похож на манекена. Вы, надеюсь, драться со мной не будете? Ой, блин, а я думал, самый стрёмный манекен... Блять! Котина вздрогнула! Да что ж такое?
Так, идем дальше. Блин, реально дураком можно стать. Фу. Так. Я думал, самые стрёмные манекены в доме кошмаров. Но, судя по всему, местные тоже не самые дружелюбные ребята. Тут мы показали ему кунг-фу, взяли аптечку. И двигаемся дальше. Похоже, этот железный прут, у него все в порядке со скоростью и с уроном. Похоже, отличное оружие. Хотя и выглядит уродливо. Так, это что там такое? Манекен с огнестрелом. Это прекрасно. Только этого не хватало. Ну что остается? Двигаемся вперед, навстречу опасности. Так, где-то там он был. А что у нас, собственно, внизу? Откуда звуки? Блин, да чего стрёмное место? Ну ты подумай, да? Так, мне куда идти-то? Вон еще один бегает. Ух, с пистолетом. Пошла вон отсюда, дура. Психованных баб не хватало. Так, ну и что? Сядем поудобнее и посмотрим. У этого, по крайней мере, нет рук. Блин. Ой. Тихо, тихо, тихо. Он спрятался за столбом, увидели, да? Я надеюсь, с вами-то все в порядке. Ага, вот с этим ничего в порядке не было. Я ему удачно так попал. Понятно, надо их проверять. Иначе сзади прилетит что-нибудь. Ну что ты стоишь-то? Давай иди ко мне. Ты один вообще, да? А, ну давай пойдем к тебе. Блин, какой-то он жуткий. И он не один. Скотина заманивает меня. Есть что покрепче. Так, а ты у нас, судя по всему, манекен. Ну что ж, придется идти к ним. Выбора у меня особого не остается. Хотя, конечно. Вот ты стоишь, скотина, я тебя вижу. С спины никого. Давай, иди сюда. Блин, а? Давайте. Молодцы, давай, давай, давай. Давайте там разберитесь между собой. А я поговорю с победителем. Или что, вы расстроились, что ли? Не хотите больше? Получил. О, блин, а ты откуда выскочил? Блин, какие вы жуткие, а? Иди сюда. Да-да, ты. Блин, как опасно. А, где второй? Ты куда девался? Все, ну наконец-то. Тыла обезопасил. Конечно, я не уверен, что на 100%. Давайте-ка мы вот так вот пробежимся, быстренько все осмотрим. И теперь пойдем уже в тот проход.
Ух ты, блядь! Что ж с вами такое-то, а? Сейчас я тебе в табло по... Вот так вот. Так, давайте сохранимся. Я не хочу с ним по новой драться, если вдруг сейчас какая-то еще скотина вылезет. И мне нужны аптечки. Примерочные. Фу, давайте-ка открывать их по порядку. Три патрона в этом револьвере. Давайте-ка мы с ним походим. Тут у нас ничего. Вот ты же наверняка живой, да? Блин. Сука, жидковато. Ты мертвый. Ты мертвый. Ты мертвый. И вы мертвые. Ну ладно, нашим легче. Давайте возьмем аптечку. Жалко, что всего одна, но и то хлеб, как говорится. Так, что тут можно исследовать? Вот это что ли, я не пойму. Давайте чуть поближе подойдем, что-то как-то неудачно встал, похоже. Да-да, вот так вот. Техника, конечно, на грани фантастики, я бы сказал. What does that mean? I'm not sure. I'm just saying that the print from the tape recorder wasn't made by the same hand. Еще маньяк. Что-то совсем непонятно все становится. Тут, похоже, маньяк маньяка заколбасил. Причем наш маньяк, за которым мы гонимся, заколбасил какого-то левого братюня. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Так, там шкура это пробежала. Сейчас мои мозги провентилируем маленько. Я надеюсь, она одна. Скотина. Она все это время тут пряталась. Блин, да что птицы за окном разорались? Вроде ночь. Так, ну ладно, потихоньку двигаемся к этой скотине. Как бы мне не хотелось... Блин, а? Вот ведь подойдешь и сразу вдарит. Ну, что-то мне безоружно стрелять. Тихо, 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 иди сюда. А, понятно. Ты мне как-то, блин, напоминаешь этих уродцев из Биошока, которые под воздействием, как там назывался этот препарат, который они жрали в немеренных количествах, мутировали, у них оплыли кожа, рожа, блин, манекенов до хрена. Жуткие. Что тут такое опять я нашел? Что мне искать? Почему мне показывают, что тут что-то есть? Ага. Это, судя по всему, следы волочения.
Вот эти вот две по бокам. Это от пальцев и посередине от задницы. Другого объяснения у меня таким следам нет. Да-да-да, тащили тело. Так, ну вроде в Багдаде все спокойно. Хотя, конечно, в ту комнату зайду, там сейчас наверняка мне настучат. Так, ну что опять? Вот так-то. Понятно. Так, где мне, если что, взять оружие какое-нибудь? Только руку манекена, если что. Тихо-тихо, стой на месте. Я предупреждал. Ну, давайте возьмем огнутый прут. Это довольно хорошее оружие. Только, блин, давай, где оно? А вот... Потому что с одним патроном ходить это не очень серьезно. Блин, какой жуткий заброшенный.